чего начинается Родина. Воспитание патриотизма и любви к Родине – важнейшая задача образовательных учреждений. По словам специалистов, формирование этих ценностей происходит у ребенка еще в дошкольном возрасте. Чтобы по-настоящему любить свою страну, нужно знать ее историю, культуру и быт. Участники коллектива «Новоивановские напевы» при помощи популярных песен рассказали малышам о национальных традициях нашего народа. Мы букет голосовой. И будем тоже как можно помогать России, чтобы она была чистая, светлая. И чтобы каждой песней у человека и душа светлела, облагораживалась, и мысли были светлые, и связь поколений соблюдалась. История коллектива берет начало с зимы 2011 года. Сейчас в хоре насчитывается около 50 участников. Несмотря на почтенный возраст исполнителей, репетиции проходят ежедневно. Вокалисты регулярно выступают на районных праздниках. В 2016 году музыкально-вокальный коллектив был удостоен губернаторской премии «Наше Подмосковье». Полученное денежное вознаграждение единодушно было решено направить в фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Организаторами встречи с известным коллективом выступили сторонники партии «Единая Россия» и Общественная палата района. Малыши увлеченно слушали рассказы исполнителей и подпевали любимые песни. Такие тематические занятия у нас проходят постоянно. Детки очень рады всегда гостям, новым встречам. И они отвечают всем гостям добротой, любовью, взаимопониманием. В знак благодарности за творческую встречу мальчишки и девчонки подарили гостям памятные медали, сделанные своими руками. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Президент.